ну-ка свалите с нашего нового города! Ха-ха-ха! Какой ты смешной! Собрал свою армию людишек и хотите нас прикончить? Ребята, прямо сейчас поставьте лайк, если вы за нас, за жителей этого города! И напишите в комментарии, мы победим монстров! О, что они там бормочут? Давайте их размажем! Босс, смотрите, кто тут! Вы думаете, что просто так вам дастся этот город? Что? Это кто такие? Это отряд самураев! Супербанда полицейского! Давайте разорвем их в клочья! Ну что, начнем? Вперед! Вот же, блин! Балди, напади на них! Ты всех их разорвешь! А, как скажете, капитан! Смешные людишки! Идите сюда! Вау! Техника Бык Балди! И вперед! О, капец, жестко нас таранит! Таранит сильно! Что будем делать? Вот, блин, недооценили силу Балди огромного! Ха-ха-ха! Смешные людишки! Вы думаете, сможете против нас противостоять? Блин, надо срочно взять оружку. А где Шаолин? Про меня, наверное, все забыли, походу. Я, походу, в этом городе один. О, нет, ты не один. Я же с тобой есть, ты что, забыл, что ли? Оу, Питер, точняк, мы что, тут только вдвоем, что ли? Питер, мы не одни, посмотри назад. Что? Кто это? Я Hello Neighbor. Вы не одни в городе. Я вместе с вами тут один, так скажем, хожу. Что, Hello Neighbor? Я слышал про тебя многое. Что ты слышал про меня? Я очень доброжелательный сосед. Слушайте, нам надо попасть в новый город. Кажется, там напали монстры. Я слыхал так краем глазом. О, да. Что будем делать? Ну, давайте попробуем пробраться к ним. На самолете полетим первым рейсом. А, да. Мне нужно собрать все оружки. Надо защитить весь город. Давайте, давайте. Я тоже пойду собираться. А, ну, давайте, я тоже пошел. Поможем всем жителям в новом городе. Блин, что будем делать? Наши все жители уже покалечены, половина жителей. Да, у нас мало сил осталось, даже не знаю, что делать. Ну что? Как вам наша мощь? Не смогли вытащить ее? О, не говори, вдоченька. О, они такие слабые оказались. Ха-ха-ха-ха. Ну что? Как вам наша мощь? Ха-ха-ха. Вам нас не одолеть! Вот блин, все наши самураи тоже уже на исходе силы! А, даже я Эль Примо не смог! Мы еле-еле этого Балди загасили! Хорошо, что он, его прикончили! Что? Вы это видите? Или мне кажется? Это же Шаолин! А, здравствуйте! Ну что, наша команда прибыла! Шаолин, Питер, Hello Neighbor! Что? Hello Neighbor? Это же тот устрашающий сосед! Самый страшный! Не может быть! Hello Neighbor? Так я проходил Hello Neighbor! Этот сосед, он мощный! Он первооткрыватель всех соседей! Ха, а вот и подмога! Ну что? Выкусите, вонючие дурачки! Что? Hello Neighbor? Я слышал про него многое! О нет! Кажется, нам будет не так уж легко их одолеть! О, Hello Neighbor, говоришь? Ну что?
Ну, я вас размажу всех. Если... Если вы, конечно же, этого хотите. Что? В смысле мы этого хотим? Мы не хотим этого, не трогай нас! А я вас и не спрашивал. О, иди сюда! На, держи! Держи, сказал! А теперь Гренни! На! Ах вы, негодяи! Мама, длинные ноги, держите! Так вам и надо! Сайрон Хэд, на! И еще ты, вонючий мороженщик! Держи! О, синие игрушки! Так, тебе надо леща дать! На! И ты, синий, держи по башке! На! Ай, что происходит? Я не знаю! Он бешеный псих, он нас всех сейчас положит! Ну что, вам нравится такое? Нет, не нравится, не трогай нас! Вы уж извините, вы обидели весь город и моих друзей новых. На! О, мы вам еще покажем! Мы к вам вернемся! Это не еще не все. У меня есть еще кое-что. Заначка, так скажем, хорошая. Давайте, давайте! Валите отсюда! Вот это да! Мне даже не пришлось у Шаолина просить о ружке! Он сам разобрался со всеми! А, что? Он какой-то псих, что? Он всех положил? Я, конечно, в шоке, что произошло. Кто он такой? Он даже чем-то похож на меня. Действительно, похож на меня. Yes! Мы победили. Честь торжества, хочу его позвать. Его на ужин, как думаешь, батя? Давай, давай, пообщаемся с ним, мне интересно. Да-да-да-да. Было, конечно, смешно, интересно. Добро пожаловать в наш дом. Это наш новый дом. Да, добро пожаловать. Hello, neighbor. Очень приятно с тобой познакомиться. Давно тебя как бы не видел и не знал. О, да. Я просто новенький. И как бы... решил помочь вам в этом городе. Hello, neighbor. Блин, я на самом деле ваш фанат. Очуметь. Вы всех разнесли там этих монстров. Ой, да ладно, не льсти мне. Это было легко и просто. Вы даже чем-то на меня похожи. Вам не кажется? Ну да, кажется. Интересно, как будто мы два Hello Neighbor. Ха-ха-ха. Случайно ты мой не брат? Вот это я не знаю. Может, действительно мы братья? Что? Да не, не может быть. Это один на миллион совпадение. Очень скоро будет готово. Курочка запеченная. Надо быть осторожным. Этот город очень опасен. Эти злые монстры, они сбежали. Вы сами видели, как они убегали. И теперь, кажется, они сказали, что приготовили что-то еще интересное. О, да. Надо быть осторожным. А, не знаем, будем реально следить за городом.